Совсем недавно в режиме онлайн возобновили прием по личным вопросам у мэра областного центра Юрия Гришина. Однако возникает проблема того, что, взглянув лишь на чертежи и фотографии, не удается полностью понять, чего конкретно хотят люди. Поэтому градоначальник выезжает на различные места, чтобы лично встретиться с магаданцами и полностью оценить обстановку. Именно для этого сегодня он приехал на улицу Шандора Шимича, 16Б, чтобы поговорить с жителями дома. Вопрос водоотведения, скопления воды в весенне-осенний период и период массового падения осадков, он, конечно, очень актуален. Вот как раз во время таких кризисных явлений вода поступает в подъезд дома и в подъезды и других домов, которые находятся на улице Шандора Шимича. Поэтому вопрос водоотведения нужно решать. Поэтому я дал задание сегодня специалистам службы технического контроля произвести по всему микрорайону съемку и выполнить проект водоотведения из дворов вот этих домов по улице Шандора Шимича. Кроме этого, жители спрашивали мэра о возможности благоустройства двора, потому что многие водители ставят свои автомобили на газон и иногда там просто невозможно пройти. В 2018 году начинали разрабатывать проект о превращении этого пустого места в небольшой сквер, однако так и не закончили его. Поэтому Юрий Федорович сказал, что к нему точно вернутся. И при разработке проекта специалисты обязательно учтут все вопросы сбора осадков при дождях и снеготаянии.